Здравствуйте, меня зовут Алина и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем готовить белевскую пастилу без сахара. Для белевской пастилы без сахара нам нужно только яблочное пюре и один охлажденный яичный белок. Я взвесила яблочное пюре и у меня осталось всего 340 грамм. В идеале, конечно, брать 500 грамм яблочного пюре, уже отвешенного. Ну, у меня так получилось. Я взяла килограмм яблок. Вообще, с килограмма яблок получается 500-600 грамм яблочного пюре. Но так как мы его оставили и лишняя жидкость еще ушла, то осталось всего 340 грамм. Но эти 340 грамм я и буду взбивать. Нам нужно яблочное пюре и яичный белок взбить в блендере. Хорошо, если у вас есть планетарный. Ну, если нет, тогда нужно будет взбивать вручную. Итак, я отправляю сначала яблочное пюре. Яблочное пюре нам нужно будет взбивать примерно 5-7 минут, пока оно не побелеет. Вот как только оно побелело и увеличилось в объеме, все, мы будем добавлять яичный белок. Прошло всего 5 минут, а вы посмотрите, как увеличилась в объеме и посветлела наша яблочная масса. Сейчас я добавлю белок. У меня здесь один белок. Я добавляю в эту массу. Начинаю взбивать на медленных оборотах. Потом буду увеличивать до максимального. Взбивать я буду ее примерно 12-15 минут. Мощность моего миксера 500 ватт. Поэтому 15 минут для моего миксера это как раз то время, за которое он хорошо взбивает массу для белевской пастилы. Прошло 12 минут и мы проверяем сейчас на наличие твердых пиков. Надеюсь, вам видно. Видите, вот этот вот клювик, который остается, он не меняет форму, он не опадает, не осыпается, ничего с ним не случается. Вот это та консистенция, которая нам нужна. Сушить я буду сегодня на силиконовом коврике в сушилке Равмид. Если у вас вот такие вот круглые пластиковые или вот такие вот квадратные пластиковые поддоны, то обязательно перед тем, как выливать массу на поддон, нужно ее смазать растительным маслом без запаха. Теперь все очень ровно и красиво разравниваем шпателем или ложкой. Я разравниваю пока ложкой по поверхности моего коврика. Конечно же, эта масса будет выше, но ничего страшного, она очень стабильная и она никуда уже от вас не убежит. Ставлю пастилу сушиться в дегидратор. Температура 45 градусов на 10-12 часов. Я ставлю низкую температуру, поскольку у меня будет стоять еще другая пастила. Если вы будете делать только белевскую, вы можете ставить и 50 градусов, тогда это будет 8-10 часов. И даже 60 или 65, тогда она у вас высохнет всего за 5-6 часов. Прошло 12 часов и наша белевская пастила без сахара готова. Видите, в центре она немножко осела и лопнула. Я думаю, из-за того, что я еще доставляла другую пастилу, я открывала-закрывала дверцу, открывала-закрывала постоянно. И было очень много пастил в одной сушилке. В следующий раз белевскую пастилу я буду сушить отдельно от всех других пастил. Давайте посмотрим, что у нас получилось и получилось ли вообще. Я думаю, что получилось. Смотрите. Пастила осталась пышной. Очень красивой. Я сейчас немножко края поддену, чтобы случайно ее не порвать. Потому что эта пастила, она очень-очень-очень мягкая. И такая прям очень нежная, поэтому, видите, чуть-чуть немножко, и уже она может оторваться. Вот такая она по толщине. Но мы помним, что у меня было не 500 или 600 грамм пюре, а всего 340. Поэтому я считаю, что для того количества пюре, которое у меня было, она очень хорошая. Я имею в виду, что она не тонкая.
Сегодня эту пастилу я не буду смазывать массой, так как у меня ее просто не было. Я не оставила массу на смазку листов. Сегодня меня попросили сделать очень тонкий слой меда. Поэтому сегодня я буду делать эту пастилу рулетом. Мед у меня густой, поэтому я возьму чайную ложку меда и я ее чуть-чуть подогрею. Естественно, я не буду использовать целую чайную ложку меда для вот этой пастилы. Я использую буквально чуть-чуть, но мне нужно, чтобы мед был жидким. Чуть-чуть, чтобы такая пастила не была приторно-сладкой, потому что мы ее делали без сахара, зачем тогда эти все манипуляции, как говорится, да? Сделать без сахара, а потом добавить слишком много меда, это было бы странно. Теперь пастилу я сворачиваю в рулет. Сворачиваем аккуратно. Друзья мои, я не сказала, но я напишу в видео, что после того, как моя пастила высохла, я оставила ее еще в сушилке на 12 часов в покое. Для чего? Для того, чтобы она настоялась, чтобы она стала вот такой мягкой, она не рвалась, но была очень эластичной, послушной, и было легко ее резать. Я надеюсь, что вам всем видно, какая она получилась. Она действительно такая красивая, пышная. Если у вас будет достаточное количество пюре, будет вообще замечательно, она будет еще пышнее. Я решила вам вот так вот с этой стороны показать больше. Поддержите нас вашими лайками, подписывайтесь на наш канал, это очень поможет в продвижении этого видео. Спасибо вам большое, с теплотой к вам, наша семья Керн.